Привет! Это передача «Покашеварим». Сегодня Виталька приготовит настоящий чизкейк. Вот что я возьму для приготовления. 600 грамм сыра маскарпоне. Маскарпоне можно заменить сыром Филадельфия, ну или в принципе любым другим творожным сыром. Например, альметы. 400 грамм печенья, 3 яйца, 200 грамм сливочного масла, ванильный сахар, просто сахар, жирные сливки 200 миллилитров. 150 грамм молочного шоколада. Аленки, например. В первую очередь растопим одну упаковку масла сливочного. Это 200 грамм. Шаг номер два. Измельчаем печенье в блендере. 400 грамм. Выливаем растопленное сливочное масло к печенью. Все это дело перемешиваем. Получится достаточно сыпучая, но плотная консистенция. Выкладываем тесто из печенья в форму для выпечки. У меня вот такая 26-сантиметровая с открывающимися краями. Тесто необходимо хорошо утрамбовать, для этого можно воспользоваться стаканчиком. И делаем еще небольшие бортики. Пока мы готовим начинку для чизкейка, основу убираем в холодильник, накрыв предварительно пленкой пищевой. В емкость выкладываем весь сыр, который у нас есть, и добавляем 150 грамм сахара. Миксером на небольшой скорости перемешиваем сахар и сыр. Я решил переложить нашу начинку в нормальный миксер, потому что перемешивать начинку с помощью насадки для блендера невозможно практически. Добавляем 200 мл сливок и опять перемешиваем. Добавляем 3 яйца и опять перемешиваем. Добавляем 2 чайные ложки ванильного сахара. И что делаем? Правильно, перемешиваем. Получилась вот такая достаточно жидкая сырная масса. Я вот достал нашу основу из холодильника. Теперь мы сюда выльем сырную массу. Теперь на паровой бане растопим шоколад. Растопленный шоколад выливаем на сырную массу. И при помощи какой-нибудь палочки или зубочистки наводим красоту, рисуем разные узоры. Форму с чизкейком ставим в противень глубокий, а в противень наливаем горячую воду. Чизкейк мы будем выпекать 1 час при 180 градусах. Форму надо обмотать пищевой фольгой плотненько, чтобы туда не попала вода. Засекаем 1 час. Спустя 1 час приоткрываем дверцу духового шкафа и оставляем в духовом шкафу чизкейк, чтобы он немного остыл. Убираем наш чизкейк часа на 3 в холодильник.
вами была передача «Покашеварим». Всем пока, до новых встреч! А, вот я батарею.